Ребят, всем привет, с вами Зива, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим видосик от Джохана, который называется VR худший сюрприз. Напиши в комментариях, как относишься к сюрпризам ты, и пиши пятью словами. Да-да-да. Опиши пятью словами свой самый-самый лучший или самый-самый худший сюрприз. Что-то я забыла сказать, может быть, про лайк я забыла сказать, но нет, ты же его уже поставил, правда? Коммент ты уже пишешь, подписаться, подписочка уже как бы сереньким горит, да, я надеюсь? Как сделать, чтобы она горела сереньким? Нажать на красненькую кнопочку подписаться, она станет серенькой. Вот, а рядышком еще на колокольчик кликнуть, потому что почему? Потому что это очень-очень важно. Капец, как важно. Ну, ты знаешь. Ну, важно же. Ну, ладно. Поехали. А куда ехать надо? Объясню, что будет дальше происходить. Позвал друзей посмотреть, как я играю в VR. До этого играл в эту игрушку. Игрушка веселая, головоломка сложная. Марин в нее, соответственно, играл. Прохождение знает и немного мне подсказывал. А вот что было дальше, собственно? Это не вопрос, это вот утверждение. Вот смотрите, что было дальше, да. Так, сейчас я стул сделаю. Для начала я хочу вам объяснить. Вы попали ко мне на стрим. Тут все по моим правилам. И далеко не все. Это стрим. И далеко не все, хочу сказать, будет здесь, как вы хотите. Я надеюсь, вы это понимаете. Сейчас я открою бутылку. Только как? Давай, выпей через сигару, как через... Твою мать. У меня еще одна есть. Для этого тебе запасной. Да. Бля, чем пробку открыть? Жопой открывай, жопой. Да? Не, не получается. Слушай, а как ты это делал до этого? Не получается. А я знаю, у меня есть один хороший способ. Давай, как сомелье открывают. Не-не-не, у меня круче способ. Бля. Короче, вот уже здесь я нихера не понял. Не-н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 е-
Вымыть окно, блядь. Вымыть окно, чтобы потом разбить его. Привычка. Так, еще раз. Для начала нужно взять... Развернуть пушку. Какую пушку? Погоди. Да подожди. Я знаю, что делал. Я попробовал выстрелить себе в лоб. Так что же не будет? В смысле, я пробовал. Это классик, да. Я уже делал, то успокойся, ничего не будет. Да, все равно. Надо пробовать каждый день. Что происходит? Мой мозг не может... Он не понимает, что происходит. Он просто бьет тревогу. Лена, пожалуйста, объясни мне, что происходит. Как, блядь, я, сука, делал то же самое в меню? Как твое тело там осталось бездыханное. Нет, кто-нибудь, нет. Спецагент, блядь. Вот видишь справа от них две вот эти капсулы. Справа от знака. Возьми кружку от термоса и кинь в них. А зачем? Я просто не знаю. Какие же все-таки пи. Не помогай мне, короче, я сам разберусь. Ничего не говори лучше просто. Я знаю, что делать. Вначале стекло, потом с. Сука! Сделай сразу. Да подожди, я хочу положить ее. Эту штуку, которую делают, чтобы они в воздухе оставались. Что ты их ставишь? Точно. Кстати, удобно. Я лучше здесь поставлю. Долбоёб. На кнопку нажать надо было. Да уже не важно, она все равно уже упала. Какая разница, что сейчас делать, блядь? Где ты? Она уже переспавнилась. Что? Ты мог, блядь, раньше сказать. Кислота — это третья. Да, нет, да я знаю, я на твоей остановился. G-R-I. G, что это за цвета? G это синий цвет, даже я уже пол... Блин, у меня такое ощущение, что я там нахожусь, и мне нужно все это быстрее сделать, у меня просто такой адреналин подскочен, и я такая, типа, что мне делать? Я, что я должна делать? И там еще он говорит, Марин говорит, еще женщина, это, что, не, я мама, мне... И я такая, Помню, я уже тысячу раз проходил, говорю. Я не помню. Зеленый. Ну и последний красный, получается. У тебя только их три, да, так что по-любому эти три. Да. А не четыре. Четыре, да.
Так. Так. Тебе надо сделать взрывчатку сейчас. И еще кислоту одну. И понимать, что где. Какой я прелесть. Ты, боже мой, какой. Где у тебя? Делай взрывчатку. Сначала туман сделаю. Ну, это, знаешь, туман после кислоты обычно. RRE. Так. RE это какой? Это фиолетовый. Знаешь что? Знаешь что? Я, короче, думал по поводу карты. Новой карточки. Что? Что ты сделал? Сука, я так и думал, что я что-то перепутал, блядь. Пойду за бананом, скажу. И мне захватил заодно. Короче, давай все быстро сделаю. Стекло разбили. Карточка. Одним ловким и резким движением. Сразу к прибору. Да, все, отлично. Это может быть. Так. Да. Не надо? Ладно. Столбоё просто. Нет, на самом деле, не надо. Что? Тебе пропуск не нужен. Все-таки он был не нужен, да? Кстати, ребят, мы с Брэдом решили провести небольшой эксперимент и открыть магазин игр. Смотрите, какой крутой дизайн нам замутили. Но это не самое крутое. Самое крутое, что у тебя есть возможность выиграть лицензионные ключи к разным крутым играм. Причем шанс успеха 70%. Представляешь? Так там еще и скидки. Обалдеть. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Беги скорее чекать. Зиночка, принесите мне, пожалуйста, мои документы. Хотя какая нахуй Зиночка, учитывая, что я в машине, в VR, и у меня нет знакомых Зин. Так и мы молчали. Сейчас же будет прекрасный вечер. О, как шампанское само вылетело. Шикарно. Пшел нахуй, я не понимаю, о чем ты. Я английский не знаю. Сука, разлил, что ли? Сейчас мы сядем поудобнее. Максимально расслабим. Бля, мне кажется, гангстеры, они примерно вот, сука, так себя... Твою мать, бля. Шампанское вот ваше тоже, кстати, говно. Так вот, где они были, сука. Это что, слив? Нахрен мне это здесь надо? Что это такое? Короче, время тянуть не буду, уже пора заводить. Самая необходимая вещь в машине, это, конечно же, слив. Кстати, а что это такое? Это, наверное, как вентилятор маленький, как в этих... В автобусах, наверное. Но он как-то странно расположен. Я думала, он где-нибудь вот. Короче, где-то рядом с рулем, я думала, вот такая штука находится. И съебывать отсюда. Что это за звук? Мне он не нравится. А, это сканер какой-то? Можно убрать какой-то? Этот ебаный звук, пожалуйста? Что это за... Спасибо. По-моему, ваша система немного несовершенная. Ее как-то слишком просто наебать. Я бы на вашем месте подумал об улучшении этой херни, потому что это слишком... Так. Оперативно. Оперативно, да, как бы устранили проблему. Короче, чтобы не забыть, лекарство у меня вот здесь будет. Да. Дальше сделаем взрывчатку и кислоту. Окей, взрывчатка пускай будет тогда здесь лежать, пистолетом. Я тебе сейчас скажу, что лучше куда вот здесь ставить, потому что тебе надо будет на реакцию сделать. И расположение тут как бы тебе поможет. Так, а вот, короче, кислота. Жизнь, смерть и кислота. Я ее вот здесь положу. Смотри, повернись налево. Вот здесь из окна, примерно где надпись... Уничтожить вирус, но этот план не сработает, и будет план Б, вот этот, который ты уже приготовил, понял? Я последние минуты тебя не слушаю, я пытаюсь вспомнить, где бомба. Я понял. Вот тут написано open, что получается, нужно сразу открыть, да? Тебе надо закрыть. Хорошо, без подсказок. Без подсказок, да. Close. Ёбаный, надо закрыть, вот они открыть, чё ты... Да. Этот бутерброд уже можно не есть. Ну его ведь всего лишь можно не есть, а я хочу. Он нормально еще выглядит, ладно тебе. Это такие специи просто, да.
Если я съем его? Да ничего не будет. Просто ну, он вот видишь, не очень. Очень даже неплохо он выглядит. Треснул. Почему он треснул? Что? Я просто бутер съел, что происходит теперь? В смысле? Клей! Ты сейчас потонешь. Все, подожди, подожди. Не подсказывать. Чем склеить? Этим, что ли? Друзья, ну вот как-то вот так. Я прошу прощения, что не залил лолик. Лолик. Что не залил лолик в воскресенье, потому что я траванулся и на сорти. Интересно. Виноват ли в этом тот бутер? Или я никак не мог вспомнить, какой стороной мне нужно сидеть, или лежать, или... Короче, вы поняли, да, и поэтому не выложил я ролик в воскресенье. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, поэтому я выложил его в понедельник. Правильно? Сегодня же понедельник? Все верно. Огромное спасибо вам за просмотр, большое спасибо вам за все, и, пожалуйста, от меня лично. Как всегда, финал охуенный, я знаю. Все, ребят, всем пока, я пойду жрать. Хотя нет, на самом деле, я не буду жрать, потому что мне нельзя есть. Я буду сушки хавать, которые 2 дня уже ем. Улыбнись. Сам улыбнись. Это дела есть, между прочим, или ты не видишь? Да, блядь, почему? А, не-не-не, показалось. Давай. Давай. Ну иди нахрен. Я тоже думал, сейчас прорвет просто. Мне кажется, ли вода откуда-то льется? А почему я как олень стою? Что делать? Что-нибудь будет происходить еще или нет? Ау! Я тут один. Ладно. Капец. Слушай, close, open. Тут все крутится, тут все везде крутится. Офигеть. Зачем это все здесь, я не понимаю. Не трогай, лучше не услышит. А что делать? Это с кольцом, все нормально. Я просто аккуратно. Выдерни кольцо, но не отпускай гранату. Блядь, сука! Бля, зачем? Они тебя не помогут. Ну ладно, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видос. Лайкосик, подписочка, колокольчик. Кольчик. Кровожадный кролик. Ну ладно, пока-пока.